22 июля. 7-й международный фестиваль фейерверков «Звездопад» в Смоленске. Пиротехническое обеспечение компании. Большой праздник. «Орион Арт». Пирокаскад. Дядя Гриша. Команды-участники. Азербайджан. Болгария. Россия. Татарстан. Норвегия. Специальный гость – группа «Иван Купала». 22 июля. Аэродром «Южный». 17.00 – шоу-программа. 21.45 – конкурс фейерверков. Продажа билетов в салонах «Евросеть». Приходи, все будет восхитительно. Подробнее на сайте www.zvezdopad.su.